Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка-крошка, Фокс, Кири, Сергей Тайм, Госдума, Денчик, Гусанек, Поплавский сосунок, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Очень много времени мы не записывали на карте Красти Крабс. Если тебе хочется приятного аппетита, а у нас выживание на класснючей легендарной карте от Хэдкрабов. Погнали. Максим решил, как всегда, мучить себя с самого начала. Сюда иди. А ты за кем гоняешься вообще? А я пока что еще только бегу. Эрохит. Есть, ты убил кого-то. Нет. Грызанул. Пацаны, давайте нормально играть, вы что сразу сливаетесь? Я хотел, чтобы он мучился. Так, может быть, тут кто-то? Да ладно, теперь я знаю, что ты там. Блин, это было жестко. Нет, это так не работает. Ну, к сожалению. Или к радости. Эй, почти. Я считаю, что почти это не считается. Да, убил одного. Убил? Да. Пацаны, вы чего не умираете? Ну не надо. Хорошо, я должен держаться до последнего. Кто будет последний выживший, будет лучшим игроком на этой планете. Блин, я бы еще одну съел. А куда вы все делись? Не говорите ему, пожалуйста. Я ж тебя найду. Ты меня не найдешь. Я один из лучших игроков. Мы на крыше дома твоего. У нас тут классная нычка. А вот тут есть паркур. А, погоди, я помню. Давай, не ссы, я так 100 раз сделал. Там, кстати, человек на корабле, иди к нему, быстрей. Корабльчик, вот тебя сейчас убьют. Где? А вон, смотри, на носу корабля, видишь, челик, тут Госдума. Что за издевательство, здесь тяжело, чуть не упал. А как? Мучайся, Максим. Иди, мучайся. Ой, Госдума, извини. Блин, я думал, промахнусь. А, я чуть, кстати, не умер. Да случайно, блин, курок мисклик. Ребята, он подходит. А где он? Там еще, сейчас мы убежим. Вот он. А, вижу. Я не могу. Ай! Пацанул! А! Ну тебя нафиг. А, 20 хп! Мама, 20 хп! Все, давай, двигайся. Заходи в хату, все, сиди. Гусанек, не пались, выходи, выходи. Плохая идея. Да, он там. Так, ждем. За него так вообще. Где он зашкерился? Я слышу запах хэдкраба вонючего. Вот он идет, скачет. Дим, зачем ты говоришь? Так он к нам идет. Ныкайтесь. Он к нам идет. Ой, чуть не улетел. Два хэдкраба, да, всего больше нету? Да. А где еще один? Че только одного вижу кряколку? Где Дима? А где-то другой ходит где-то. О, вижу. Пацаны. Приближается. Ай, никак не кацанул. Стой. Дима, ну я поиграть хочу. Ну все, ты не будешь никогда больше никого в жизни выигрывать. Мы будем очень классно убегать. Или нет? Бегите оттуда. Как? Ты потом посмотришь, как за этого хэдкраба здесь прыгать тяжело. Это тебе, это тебе наказание. За что меня? За то. Блин, я помню, тут где-то есть телепорт. Ой, краб разбился, кишки. Не надо тебе никакого телепорта. Надо. Давай. А где вы? А я внизу здесь в подвале борюсь с хэдкрабом. У нас тут битва вот века. Вот тут Максим, смотри. Давай, Максим. Жопа. Чё, я не могу телепортироваться? А, там же телепорт. О, Дима. Ловушка. Давай, сюда иди. Блин, да я встал, да я поддался. Честно скажу, это была подача. Теперь я иду мочить пацанов. Ну что, кто хочет умереть от лап моих? Нет. Так, а давайте перекличку. Кто живой? Я. А, всего три хэдкраба, да? Блин, плохо, что только в одну сторону можно тпхаться, в другую нет. Ладно, я знаю, где кто сидит. Пошутили и хватит, пацаны. Серьезно, ты знаешь? Конечно, да, я знаю, где они сидят. Кто хочет, идемте за мной, я вам покажу. Блин. А вот теперь начинается веселье. Опа, это я. По-любому кто-то тут не шкерится. По-любасу. Чувствую запах человечины. Нема там никого? Не вижу там никого. Ну-ка, а там? И там тоже нет никого. Так, где же они могли зашкериться? Давай дальше искать. Где-то они тут. Где-то здесь сидят. Ну, 100%, много места нету. Да, он тут, Дима. Я его жду. В синей комнате. Кот. Вот. Так, где
У нас гусанёчек, я слышу и запах гусей. Он где-то здесь был. Сейчас найдем. Давайте будем мыслить, как вонючий гусь. Так. Здесь бы я не запрятался. О, тут кто-то. Ё-моё, вот он. Ну, его больше нету. Ну все, ты хэдкраб теперь. Да ну, блин. Ну а что, убил, все. Да. Че, убился? Как правильно сказать? Убился. Блин, как вылезти из этого подвала эрохитного? Тяжело, да, вылазить? Я не понимаю, где выход. А. Ну это когда просто смотришь, надо глаза открывать. Так, как нам туда попасть? Ага. Давайте посмотрим. Так, тут зомбаки лазят. Ага, как что туда залез? Тут легко залазить, тут же что-то под досками можно пройти. Да я уже увидел. Так, тут точно никого нету. Так, пацаны, выйди за шкель, значит они на улице. Идемте тогда на улицу все. Да, они на улице. Двое на улице. Стоять. Где они? На крыше. Один на входе. Так, быстро, идите сюда. Вот, вижу. Так, давайте сделаем ход конем. Как же я не впустил? Вот, вижу. Так, ладно, блин, давайте этого встретим. Вот он бежит, и я... Опа! Блин, хитрожопый жук, увидел меня? Интересно, кто же выиграет в этом раунде? Хорошо, давайте ждать здесь будем, раз они по кругу бегают. Ну чё, где они? Он же должен бежать здесь уже. Кораблю бежит. Опа, блин, да ты смотри... Ах ты, ладно. Давайте подождем на следующем кругу, по-любому замочу. Вот он, Дима, бегает, так красивый. Дим, как дела, как бегаешь? Нормально, все, ты где? На крыше, ты меня не видишь. Они на крыше, пацаны. Ну зачем? Чем ты сказал? В смысле, я же хэдкраб, я же должен тебе... Да ты смотри какой, а? Уворотливый. Ну ничего, я все ближе и ближе возле лица прыгаю. Давайте мы сделаем по-другому. Вот здесь точно я его поймаю. Я почти гусь думал, цапнул. Так, вижу. Сейчас я должен это сделать. Есть! Есть! Молодец! Красавелла! Да будет бежать, смотрите. Так, ожидаем его. И... Так, за корабль! С другой стороны, быстрее! Есть! Есть! Ребята, вот это я дождался своего часа. В воздухе хрустнул аж. Так, еще один остался, да? Да, я выиграл. А, я жив вообще-то. А, Сергей Тайм живой и все? Нет, да. Нет. О, Сергей Тайм победил. Фокс. Или нет? Ну-ка. Так, сейчас он бежит по кругу, давайте мы его здесь встретим. Как того. Делаем красивый ход конем. Так, ожидаем. Я не попал. Меня он не пройдет. Он на крыше! Да блин. Спрыгнул, обошел мой... Ах ты жопа, обошло. Ай, больно, я же свой наполовину. Ой, блин, не то взял. Почти. Он спрятался где-то. На крысу, да? Да. Он в этом сидит. Я его один раз в подвале видел, и все, больше его не видел. А где он сидит? Я нашел его. Я не знаю. Стоять, кот! Кацанул! Ждем. Сейчас, ребята, я тоже сделаю свой ход. Он в подвале. Вот он, Гуздума! Есть! Ты что думал? Я убил тебя! Блин, как же прекрасно, когда ты подловил жертву. Прям четко прыгнул на лицо. Так, еще один, да, остался? Да, он в подвале. Все, давайте окружаем его, он не выйдет. Все в подвал. А где он в подвале? Не выйдет. Красти-крас, правая дверь. Есть. Здесь мы сейчас проверим. Точно никого нет? Я видел, как он спустился. А, то хэдкраб уже спрыгнул. Так, ждем, ищем. А подожди, уже убили кого-то, нет? Нет. Нет, понял. Вот он. Есть. Ну что, дружище? Я в этом раунде больше всех убил. Так приятно. Вроде бы. Гусунек, один выживший против семерых хэдкрабов. Ты готов? Да. Поехали. Кто убьет гусанька, тот лучший хэдкраб. На крышу давайте. Так, я буду его ждать внизу, я знаю даже, куда он спрыгнет. Ну нечестно, ты как сюда залез? По лестнице. Блин, я упал. Че, убили гусанька-то? Вроде ж нет еще. Нет, я кацанул и упал. Вижу гусанька, приземлился на зеленый контейнер. Так, паркурит, я за ним. Я не отстаю.
Так, ждем. Сейчас он тут на контейнерах будет. Так, запрыгнул на самый верх. Так, туда забраться будет тяжело. А вон он. Он не на крыше? Нет, он на корабле. Он уже на корабле. Боже, какой молодец. Блин, я разбился. Ах ты, блин. Еще в чуть-чуть, еще в чуть-чуть. Ну, блин, давайте, вы должны убить гусанька. Ну, гусанёчек. Так, надо опередить события. Сейчас мы сделаем красиво. Я его должен убить лично, сам. Тяжело с маленьким скином. Ничего, мы убьем его в любом случае. Пацаны, мы ж лучше. Где он? Он на крыше. Он зашкерился где-то? Опять, что ли, на крышу? На корабле. А, на корабле. Вижу, на заборе. Так, вижу. Ах ты, блин, еще в чуть-чуть, блин, на соплях. Просто немножко не хватило. Чуть-чуть правее бы попал. Вы предсказать гусичьи движения. Да блин, Дима. Да кто ты такой? Блин, рядом. Пацаны, мы не сможем его убить. Ты гравитацию уменьшил, Дима. Вот он. Ты хуже себе сделал, Дима. Я не сделал себе хуже, стоит реалистичный урон от падения. Ты сейчас разобьешься, когда будешь спрыгивать. Я прыгать, Дима, нормально не могу. Хорошо, я переборщил. Все, гусанек упал. Гусанек, ты разбился? Ну, гусанек, ты как бы не победитель. Победитель. А, ты победитель? Да. Лучший игрок игры Гаррис Мод на сегодняшнюю минуту. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь. Ну, а с вами отличное настроение, ребятушки. Всем пока. Всем пока. Всем пока.